Всем здорова, дорогие зрители, с вами Неко, и сегодня я вам расскажу очень секретное видео. Итак, как же зарабатывать на Ютубе? Я, конечно, знаю, что люди, которые создали недавно свой канал, хотят еще на этом заработать. И существует такая вещь, ведь раньше не было такого, типа, поиграл в игры, заснял, даже не было, просто играли в игры, и никто даже не догадался, что на этом можно еще и зарабатывать. Итак, что вам для этого понадобится? Вам понадобится для этого какой-нибудь слабенький канал, ну, обычно ваш начинающий канал, вот, например, мой вот такой небольшой начинающий канал. Но у меня, поскольку партнерки есть, я вам все расскажу. Итак, что вам нужно, чтобы получить партнерку, как правильно зарабатывать, и что в основном понадобится, я вам попробую сейчас по-быстрому все рассказать. Итак, заходим в ваш канал, вот, я захожу свой на новый канал. У меня тут ничего нету, ни оформления, ни видео, вообще ничего. Там фонов фотографии, рассылки, но это вы можете сами сделать на своем канале, я ничего тут трогать не буду. Дальше, давайте зайдем в настройки YouTube. Потом, в раздел «Смотреть дополнительные функции». И тут есть такая надпись, там типа «Более длинное видео» и «Монетизация». Вот монетизация – это самое главное. Что это такое? Это некая партнерка, которая дается самим Ютубом. Существуют, конечно, разные партнеры, типа ВСП и Андерсон, но это монетизация. Она вам понадобится, это ее основные свойства, ее получить можно на любом канале, хоть даже у вас там один подписчик и 5 просмотров. Для начала советую вам включить более длинное видео, но для этого вам надо, чтобы пришло сообщение, потом пришла там какая-то еще фигня. И дальше у вас еще должны подтвердить статус своего канала, тоже получая какое-нибудь сообщение. Дальше у вас должна быть репутация хорошая, поэтому не тырьте видео, не насилуйте авторские права, вам это не пригодится. Потом давайте посмотрим. Сейчас ваш аккаунт не соответствует требованиям. Что нам нужно сделать? Бла-бла-бла, джигурда, музыка, понятно. Короче, заходим. Так, панель управления. Вот. Заходим в настройки канала, потом в дополнительно. В разделе «Страна» указываем США. Так, США. Ну или какую-нибудь еще страну близкую США. Так, ой. Так, США. Потом какие-нибудь ключевые слова, чтобы ваш канал могли нашли, типа там... Ашот ТВ и нажимать кнопочку сохранить. Отлично. Дальше тут есть AdWords, вот потом можете к ним привязать, там типа реклама. Потом давайте обратно вернемся, настройки канала. И у нас тут появилась надпись монетизация и статус включить. Давайте нажмем на кнопочку включить. И тут появилось там состояние аккаунта. В вашем аккаунте не включена возможность коммерческого использования. Здравствуйте. Так, задействуйте, чтобы зарабатывать на показе видео. Смотрите, как зарабатывать на самом YouTube. Я сейчас немножко вам попозже расскажу. Так, смотрите. Потом нажимаем кнопочку «Включить монетизацию» в вашем аккаунте. Соглашаемся с этими правилами. Кстати, советую вам почитать. Ну, просто хотя бы глазами пробегитесь по-быстрому. Сейчас такие новые правила... Китайский, я не знаю, даже снимать неудобно стало. Теперь там за установки игры, остального бреда там баны ставят. Теперь, монетизировать видео можно, нажав на значок доллар. Или выбрав пункт монетизировать. Все, у нас теперь есть монетизация, и мы теперь на своих видео можно зарабатывать. Ну вот, например, там добавляем наше видео, вот, которое я должен на канал сегодня выложить на Накумен. Если его еще найду, так. Какую-нибудь фигульку-то. Бандикам. И, например, вот эту фигню. Пускай пока перекинется. Вот у нас сразу появился значок некоммерческое использование, но типа еще не дали разрешение на это видео. Такс. Давайте посмотрим. Что вам нужно делать, ну как дальше получить партнерку? Вот насчет партнерка это уже немножко сложнее. Что это вообще такое партнерка? Ну, я даже не буду вам сильно заморачиваться. Это команда людей, которые имеют там, ну, основной свой бизнес, и которые вам будут платить за вас, за ваши деньги. Ой, да, за ваше видео. Так, сколько будут вам платить?
А за 1000 просмотров он будет начисляться доллар. Смотрите, как узнать, сколько там примерно блин, заработали? Простите, я сейчас заговорюсь. Нажимаем на аналитик. И в правом углу у вас появится надпись типа общий расчетный доход. Это в основном доход за какие-то три там за 30 дней. И там кликом на эту фигню, и мы увидим, сколько примерно можно заработать там, ну, сколько вы заработали в день. Там, например, я в районе 5 долларов каждый день получаю. 5 долларов, 4 доллара, 3 доллара, 5 долларов. Это все зависит от просмотров. Смотрите, 1000 просмотров это 1 доллар. Но если вы подключитесь к моим партнерам, то вы будете получать сейчас 1,5 доллара, а потом, по-моему, в следующем месяце, это февраль, не, даже где-то в марте сделать так, что теперь вы будете получать за 1000 просмотров 2 доллара, поэтому вам это уже будет прибыльно. Тем более сейчас доллар вырос, поэтому если вы хотите перевести в рубли, теперь там доллары 35 рублей, раньше было там 32-33, я точно уже не помню, сейчас теперь будете получать 35 рублей. И смотрите, там потом умножите на 5, но потом увидите там общий доход. Поскольку у меня дофига всяких страйков было, я половину дней пропустил и ничего не заработал. Но я снимаю не ради денег, я просто снимаю просто ради того, что я снимаю все. Новый комментарий, кстати. Ну вот примерно пока показывается общий доход от рекламы. Весь остальной бред. Конечно, партнеры молодцы, они очень помогают. Вот, например, на моем канале сейчас находится уже сейчас практически 3 страйка. И долбанный ТНТ, нельзя снимать типа обзор, как установить эксплит и весь остальной бред. Поэтому вам осторожно с этим видюхи, вам тоже могут влепить страйк. А если вы хотите доказать что-то видео вашем, вам придется тогда ехать в суд. Там такие новые правила, вообще зашибись. Ладно, немножко отошла от темы. Смотрите, если у вас есть тысяч... Не-не-не, как там писалось? 200 подписчиков и 1000 просмотров, то вы можете подать заявку на официальных партнеров. Я пользуюсь русскими партнерами ВСП. Смотрите, заходим через реферальную ссылку и смотрите, в чем прикол. Я на вашей регистрации буду получать 10% вашей общей прибыли. Но вы, кстати, не огорчайтесь, думайте, о, реферальную ссылку, у нас деньги будут забирать. Нет, это все фигня. Смотрите, вы, например, заработали, ну, долларов 80. Это 100% вашей прибыли. А ВСП заберет у вас 20%. Ну, например, у вас там долларов 60 останется, 60 долларов вам пришлют. А вот эти 10%, вот эти 20 долларов, которые остались и забрали ВСП, мне 10 долларов мне пришли, поскольку я ваш реферал. Поэтому вы свои деньги не потеряетесь. Ой, не потеряете, да. Что, простите, вообще заговариваюсь, надо газировки потом выпить. Ладно, поэтому вы никакие деньги не потеряете. Вы только поможете мне, как раз поможете апгрейдить компьютер. Я хочу уже новый апгрейдженный компьютер. Хочу снимать нормальные стримы, чтобы вам было интересно, мне хорошо. Также тут есть все вопросы, которые задаются ВСП. Кстати, молодцы, мне отвечают на все вопросы. Мне помогали, когда мне дали страйк, как делать. Как вам подать заявку? Заходите через реферальную ссылку. Кстати, по-моему, через реферальную быстрее принимают. Потом кликайте «Я согласен стать партнером ВСП». Вот, давайте сейчас копируем. А, вот, видюху добавилось. И давайте посмотрим. Появился значок некоммерческого содержания. Если по нему кликнем, то мы увидим, что типа там... Оно еще не проверено, наша основная информация, бла-бла-бла. Смотри, тут есть кнопочка «Заработать с помощью объявлений». Нажимаем на кнопочку, соглашаемся с правилами, нажимаем кнопку «Сохранить». После этого теперь на вашем канале будет автоматически проверяться видео, типа на музыку, на там запрещающие вещи, типа взломы и все остальное. Потом ваши завершие видюхи будете зарабатывать. Такс. Заходим в ВСП, указываем реферальную ссылку, которая будет в описании под видео. Нажимаем кнопочку «Подать заявку». Нас перелистывают на красную сторону. Нажимаем на галочку «Я согласен стать партнером ВСП». Заполнить данные при помощи YouTube. Потом указываем наш канал. И потом нажимайте кнопочку «Принять». Такс, все, я это сделал. Потом подаете заявку, и буквально в течение 10 часов вам ответят. Ну, даже раньше. Ну, зависит от того, когда партнер находится онлайн. Смотрите дальше. Если вы стали участником ВСП, и, кстати, это хорошо, то вам
обчистятся все ваши деньги, которые вы успели заработать через обычную партнерку, будете получать от имени ВСП. Вот, даже сейчас могу вам доказать, точнее, показать, как вы узнаете, что вы стали ВСП. Где-то... Не-не-не-не-не. Настройки канала. Вот. Когда зайдете в настройки канала, будет надпись «You partner VSP». Ну, как видите, у меня страйки, мне вообще должны были удалить. Но партнеры помогают, меня держат. Ладно, я уже перескочил, ладно. Смотрите, когда вы стали рефералем, то вы получаете доступ к вашему личному кабинету. Если вы не получили личный кабинет, ничего страшного, просто напишите мне, я скажу партнеру, или вы можете написать самим партнерам. Тут справа или слева должна быть кнопочка, типа, подать заявку или что-нибудь такое. Ну да, типа, вопросы, все остальное, просто указывать свою почту, и вам дают логин, пароль. Затем вы нажимаете кнопочку «Войти», и вас перекидывают в ваш личный кабинет. Дальше мы заходим в жанр «Финансы и выплаты», потом нажимаем «Выплаты YouTube», и тут будут написаны наши выплаты за месяц и все остальное. Слева это время, за которое накопились определенные деньги. Вот у меня за декабрь накопил 131 доллар. Смотрите, тут справа появится кнопочка «Подтвердить». Нажимайте на эту кнопочку, и вам через 15 дней пришлют ваши деньги на WebMoney, которые укажете в настройках. Смотрите. Так, давайте сейчас немножко вернусь. Да, вот, я зашел на свой кошелек в WebMoney. И смотрите, такс, вот. С 1 по 31 декабря я заработал 131 доллар. Я нажал на кнопочку подтверждения, и мне прислали на кошелек 131 доллар. Давайте это... Как видите, я уже заработал 281 доллар. Тут хотя написано 224. Ай-яй-яй, я заработал больше. Так, заходим. Так, во-во. Нажимаем там «Посмотреть операции», потом пролистаем. И как это все будет выглядеть? Да, я не смогу вам показать. Окей. Короче, вам появится такая надпись, типа «Партнеры ВСП и ваши доллары». Да, больше ничего вам не понадобится, и все. Вы теперь можете спокойно за этим зарабатывать. Кстати, вам прибыль увеличивается, если вам ставят лайки и смотрят ваше видео. Если ставят дизлайки, то там какой-то там миллипроцент будет от вас его убиваться, там, заберутся ваши деньги, прибыль и все остальное. Все, теперь я вам рассказал, как получить монетизацию, как зарабатывать без партнерства. Просто обычное видео. О, Ярик. Так. Да, это можно закрыть. И я вам рассказал, как получить медь ВСП. Существуют, конечно, еще партнеры, но мне нравится ВСП. Поскольку они платят 90% мне. Я еще зарабатываю небольшие копеечки от других моих партнеров. Да. Реферальные люди. Смотрите, когда вам придут деньги, там будет появиться к выплате и количество денег за месяц. Потом вы можете зайти, посмотреть, и вам в конце каждого месяца будут присылать деньги. А также политика, сколько вам будут платить, 70%, 75% или 80%, но ей платят 90%, я поговорил с партнерами, и все хорошо. Если есть вопросы, то можете спокойно зайти на форум, но пока он в стадии разработки. Все, вам больше рассказывать больше нечего. И, кстати, да, давайте я вам потом расскажу, как сделать так, чтобы люди нашли ваш канал, узнали о вас, о вашем видео. Если у вас будут какие-то вопросы или пожелания, типа, сними вот это, или типа, расскажи, я не понял, что такое ВСП, как правильно зарабатывать, типа, как правильно называть видео, чтобы его найти, или как, что делать, или как там настроить ВСП, чтобы не переходили деньги на WebMoney или на Kiwi. Все в это задавайте, не пугайтесь, я на все отвечаю, все просматриваю. Если у вас будут все-таки какие-то такие сложные вопросы, то можете еще задавать их в ВК. В ВК я сижу очень часто, мне приходит, конечно, очень много сообщений, но я вам на все отвечу. Да, есть, кстати, насчет этого добавления в друзья. Я, конечно, уже перестал всех добавлять, я раньше всех добавлял.
Я просто подумал, если я буду добавлять всех свои 10 тысяч, то я, наверное, с ума сойду. Кстати, да, заходите в мою группу ВК, можете прочитать мои новости, я тут пишу всякие интересные новости, иногда буду раздачи делать, также я делаю опросы. Кстати, от вашего мнения зависит то, что я буду снимать. Блин, я что-то заикался, наверное, пойду сейчас отдохну немножко. Я просто пришел со школы недавно, вон 2 часа, понедельник. Вот эта фотография соответствует нашему видео. Просто можно тупо играть и зарабатывать. А также ваши пожелания, все это я читаю, объясняю, что делать при страйках, как общаться с ВСП. Кстати, вот, консультант онлайн, просто пишите имя ваше и ваш вопрос. И вам спокойно ответят, все доказано, все проверено. Также она разделена на две части, вот. Юна, создателя ВСП, отвечает за Украину, Белоруссию, Россию и еще там какие-нибудь страны. Она отвечает за все. И, кстати, в каждой стране существует, есть такая небольшая вышка под названием ВСП. Поэтому, если еще рядом с вами есть это здание, то можете ходить туда, тоже задавать вопрос, можете даже станете работником. А также, если у вас есть еще какие-то вопросы про теги, описание ролика, как правильно все загладить, тоже у них есть свои видео. Ладно, подписывайте, лайки, урок уже затянулся слишком много. Давайте всем удачи, всем пока. С вами был Неко, ставьте лайки обязательно. Даже пофиг, что я не буду зарабатывать деньги, мне просто лайки поднимут настроение. Перестаю меньше заикаться, ну и все остальное. Всем удачи, всем пока.